Девочки, один мальчик. Мама расчесывать, мама расчесывать. Продолжай. Ты теперь. Я продолжаю. Вот, мама умывает бедненькому. Сонненькая девочка, ее мама моет. Белла. Беллочку моет мама. Вот так с мамочкой в обнимочку. Аланчик лежит там, такой точно как мама. Глянь, как Белле нравится, как мама ее моет. Скажи, мама, правильно, мой меня, чтобы я была чистенькая. Да, чтоб я была чистенькая, скажи. Чтоб мордочка была чистая. Пластиком, бластиком, пластиком. Все разрешались. Вот так. Мама разрешается мыть, видишь? Маме разрешается мыть Беллу, расчесывать ее. Не подкусывать. Видишь, маме разрешается мыть Беллу. Белла, а ты спишь? Разрешается... Поля, не мешай, подожди. Ну подожди, не мешай, Рай. Ну подожди, пусть Белла, эта Беллка прикалывается, Рай. Меня снять. Меня снять. Нет, мама. Сейчас Беллка фотографируется. А потом я. Потом ты. Ну, Белла, ну, не виснет. Ну что, ей так нравится, Полина. Они с мамой в обнимку лежат, глянь. С мамочкой в обнимочку. Боже мой, какие деточки. Мама лапочки моет, девочки, да? И себе. И пузико моют. Все моют. Чтоб девочка чистая была. Аланя. Аланя, как дела? Аланя спит. Не мешай, я сплю. Не мешай, я сплю. Все спят. Уши помятые. Где? Ладно. У Анжелки, тихо, Анжелки уши помятые. Анжела, просыпайся. Где? Привет, Анжела, привет. Как дела, Анжела? Помятые. Анжела хрюнеет. Анжела с открытыми глазами. Анжела хрюнеет. Аланя тоже. Не хрюнет. Аланя говорит, что такое? Кто пришел? Мы спим, не мешайте. У нас тихий час, сказала Аланя. Анжелка не спит. Аланя, ты спишь? Ты спишь? Мальчик спит. Я вот этот наконец-то. Подожди, дай мне пролезть. А Вуся тоже спит. Дашь мне пролезть? Не, подожди. А Вуся вообще спит, даже не это. И Анжелка спит. У меня сонный час. Белла, ложись ко всем рядышком. Ну, то есть мама вместе спали, да? А мама уже, глянь, мама разлеглась. На столике. Мамуся, мамуся. Бля, длинная какая, ой, какая длиннючая мамуча. Прям на весь стол. А здесь у нас хвостик. Да, сейчас тебя Петя съедят. Смотри хвостик, покажи нам хвостик. Ой, какой хвостик, ой, какой длинный хвостик. Блин, не подбивай меня. Чья попа? Чья попа в фотоаппарате. Петя. Слушай, надо закрыть окно, потому что надоело. Тут жалюзи бахают.